I can see why you like it up here, Babs. Gives you time to ponder the really big questions, like, is Oracle dead? Is it all my fault? Who's going to die next? Now let's get down there and... The hatch is locked from inside. If I can locate the control panel, I'll be able to bypass security using the remote hacking device. Понятно. А, да. Че это я? Это то же самое, что уже было. Имия. Биохимия, окей. Так, я вот только не знаю, откуда они это взяли. Это было изначально, вот этот подбор или нет? Помню изначально. А, я хз, не помню уже. Что было в приквеле. По-моему, Rocksteady вообще ничего не взяли от приквела. У них все свое. А в приключении было вообще? Надо было сначала вот таким вопросом задаться. Лол, что? В приквеле что-то было? О! Там какой-то козел есть. Those soldiers are using an unmanned drone. If I can download the security codes from the soldier controlling the drone, I'll be able to turn it against them. I've got the codes. Now I can turn that drone against them. Отлично! Слушайте, прикольно, тут столько всего есть. Капец, подходи ко всему как хочешь. If I can find the control panel, I should be able to override it with the remote hacking device. Ну, все понятно, сейчас придется здесь этой херней заниматься. Тапки по-любому. Значит, другое. Белки? Нормально. Ну, конечно, в тему. But the Arkham Knight and Scarecrow's forces have moved through this place, killing everyone. They must be there for a reason, sir. What are they planning? Barbara's the priority. When she's safe, I'll deal with them. But, sir, you have the chance to end this now. Capture Scarecrow, and you can save the whole city. It's what Miss Gordon would want. I'm not losing anyone else, Alfred. We might find a place for his... Все умрут. Будет супер драма. Я уверен. У нас терминал контроля стабилизации дирижабля. О, давайте уроним дирижабль, никто не умрет. Я уверен. I should now have full rotational control of the airship stability system. However, the hacking device will only work within a certain range of any control terminal. Лол, что? Я должен разбить стекло. Влево-вправо нельзя, только вверх-вниз. Ага. Как это глупо выглядит. Или можно все-таки? Ладно, допустим. То есть это все, что мне нужно было сделать, освободить шлюз? Ладушки? Так, что здесь?
До свидания! Всего самого хорошего! Ух, ёпт. Стабильность дирижабля. Дирижабль? Ну да. И что здесь было? Зачем я бил это дело? Так, спокуха. Мне нужно открыть вот этот проход, понятно. Я не буду наверх залезть. Ух, что это дело? Если терминал контроля и стабилизации активен, с помощью устройства удаленного дома можно переключить магнитным фиксатором на грузовых контейнерах стега. Фига себе, как все сложно. Здесь опаньки. Здесь загадка загадочника. Так, спокуха, это я должен сделать. Это все легко. Правда? Это все? Супа изи! Эй! Эй, так нечестно! Че тебе надо? Отстань! Он такой, один раз и это самое не гондурас. Типа игра, я помню про это, про уклонение от клинка и так далее. У меня это не получалось нигде, и здесь не получится тоже. Так что я забью и не буду этим заниматься, окей? Вообще не буду. Там как надо. Вот так, хопа, 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 хопа. Хоу, хоу, хоу. Как-то вот так вот манцевать. Короче, по идее, меня должны были этому сейчас научить, но я, короче, как всегда, облажался. В общем, ни хера у меня не получится. Я типа париться не буду, потому что я сразу дубасу, у меня не получается это сделать. Давай отрубай руку. Или кого-нибудь тащи. Кого можно сломать? Там 26 противников обнаружено? Где? Вот здесь что-то можно сделать, да? Нет, да, нет, да, нет. Так, где она? Бэткоготь. Вот это. Чё можно взломать? Пацаны! Ничего не могу взломать, пацаны! Вот это можно взломать, стопудово. Ты чё, издеваешься? Ну все, я обиделся. Тогда не сассэмбл что-то. О май гад, надо было вот так вот встать, что ли? О, боже мой. Ладно, все правильно, я подумал, просто неправильно стал. Йенты. Клиенты. Пельменты. Элементы. Багенты. Those soldiers have got Stag, and from the look of him, he won't last much longer. I need to save him. Where are the files? Где документы, говорят, и сломайте кости? Ну, как обычно. На! Фак. Ты издеваешься, да? Я нажимал 3 раза X, ну ладно.
О, боже мой. Фу, эти козлы с ножами, да. Все. Я не понимаю, как мне сделать этот мгновенно решающий удар. Как бы я должен уметь это делать, но я... Джокер жжет. Джокер жжет. Я как бы по идее должен это уметь делать, но у меня не получается. Those soldiers have got Stag, and from the look of him, he won't last much longer. Нельзя скипнуть, да? I need to save him. Where are the files? I'm not telling you. You want us to cut off your fingers? Out of mine. We start with the fingers and see how. Look out! The bat! Я нажимал X. Stag some more. See if you can help him remember where he put the files. Что? Да как так-то? Я нажимал Y. А, да! Только комбо хотел замутить. Блин, я лучше мог сделать. Я не ту кнопку нажимал. Я нажимал не Y и B, а X. И меня один раз комбо сменили. Фу. Я хотел запустить супер удар, и у меня не получилось. Почему-то, я не знаю почему. Вроде нажимал. They were going to kill me. Why? What did you do? Nothing. These animals came in and just started shooting. They were collecting those cylinders. Nimbus generators, a totally clean power cell technology we've been developing. Nimbus генераторы. Квиджич. Там я не знаю какие-нибудь еще двигатели. I think we both know she's probably dead, don't we, Bats? А куда хрен пропал? Он же только что был... What the hell? Это все джокеры. Хера себе плющит, как Бэтмена. Сейчас он убьет, короче говоря, чувака, похоже. Бороться! Бороться и еще раз бороться, бороться! Чё ты пристал, Джокер? Вот чё это было? Я из-за тебя, короче говоря, все профукал. Ну ты посмотри на себя. Вот посмотри на себя. Вот давай поговорим. Чё ты встал-то такой, не говоришь сразу со мной? Stag's been taken to Scarecrow on the second airship. I've been analyzing the schematics, and it appears to be defended by automated gun turrets. There's a security terminal in the research laboratory towards the rear of your current vessel. You should be able to disable the turrets from there. Турели на втором дирижабле. Чё встал? Nearly, Bats. I could feel you losing control there. A little more of that delicious fear gas, and it will be all over for you. Так что мы здесь делаем?
Воу, это так глупо. Наверное, нам надо вниз или куда? Нафига? What the hell? Чем я занимаюсь сейчас вообще? Че? What? А, вижу. Все понятно. Did you think you stopped me at Ace Chemicals, Batman? I should stand clear of the containers before tilting the airship. Gotham is mine to do with as I please. And the same can be said of your friend. Poor little Barbara Gordon. Close your eyes. Can you see her? Cowering in the darkness. Cursing the hero who failed her. She has become your weakness. Your obsession. Dragging you deeper into the abyss. I could have her killed right now. It would be cruel, sadistic, brutal. But I have other plans in store for both of you. Да-да-да, ты для нас обоих имеешь что-то там особенное в своей жизни. Поэтому иди в жопу. Так, как мне пройти-то туда надо? А, этот нельзя. Окей. И куда мне нужно пойти? Мне нужно пойти... вот туда. Там, по-моему, еще один ящик надо отодвинуть, да? Да, изи, пизи, лемон, сквизи. Знаете, между делом пазлики порешать. Это, знаете, это сиквел фильма «Игра» от Дэвида Линча. В любом день здесь трофей загадочка есть, но мне абсолютно насрать. Они думали, что я не выберусь здесь, да? Хе-хе, неудачники. А я взял и, короче, оприходовал всех. Ну, вот тебя, чувак, кто-то другой оприходовал, я тут не виноват в этом, так что забей. О господи, третий уровень защиты. Воды, 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 воды. Воды, туды воды. Переводы, по-любому. Углеводы. Углеводы. Бэтмену не нужен лифт. Хотя нет, он уже катался на лифте, в общем. Все плохо. Ну вы обалдели, тут уровень защиты постоянно повышается. Вы могли везде первый поставить? Иды. Липиды. Что-то вы какие-то... у вас все с одной схемой связано, короче говоря. Все понятно с вами. Сейчас просто вводить всякое говно можно и все. So, we still pals? Нет. Friends? Нет! Я сказал нет, он меня не слышит, да, окей. Life. Anyway, don't blame me. Blame Scarecrow and his patented Joker liberating miracle tonic. А что я делаю вообще? Мне вообще в другую сторону надо было. Что-то я ультра-нубас какой-то. Вот сразу бы так, кстати. И сразу там. Так, и чё? А как мне здесь? Здесь же... А, окей. Изи! Бэтмен, что ты за псих-то такой, а? А как мне забрать трофеи? Вот это самое главное.
What? Может, его тоже можно сбить бумерангом, бетарангом? What? What? А, наверное, так, да? Ох. Хорошо, что до меня дошло быстро. Еще не успели комментов написать. Да как, где я вам должен достать это говно? Может, я взломать могу? Где взлом-то? What? Нет, подождите. А что я этим делаю? Я просто хз. А как мне пройти сюда, если там может... А, вон там, фак. Ну я слепой, а? Ну зато трофей загадочника нашел. Эй, темный рыцарь. Зверек стега не сказка, но что только стало с пигментом и краской? What? Что здесь? Ближе? I've downloaded the code. I can aim at the drone or its designated targets to turn it against them. Больше никого нету. Окей. А я могу вот здесь вот его подхватить, подвесить? Могу. Фак. Фак. Все очень плохо. Крайне плохо. Пока что. Где они все? Ага. Понятно, то есть тут есть кто-то, кто не обнаруживает, окей. Не поворачивайся. А ты? Тебе тоже здравствуй. Да, они сделали эти испытания хищника намного быстрее. Вау! Сколько осталось? Двое? Где последний? Так, что с тобой делать будем? Привет! Обломался, да?
Now that they're out of the way, I can use that console to disable the airship's defenses. Да, вот эти испытания стали намного интереснее. С вот этим набором всего. Мой костюм, клёвый костюм. Заткнись. У тебя какой-то гейский. Ты ещё в латекс, давай это самое, оденься. The weapon system controls are locked behind a scanner keyed to Stag's fingerprints. Without a clean set of his prints, I'm locked out. Maybe the CCTV camera feed can help me. I should scan the footage to see if Stag's hands touched any surfaces during the abduction. I might be able to reconstruct the full set of prints. Так, а где вы сейчас? Так, я его не вижу. А. Это он есть, да? А, ну да. Вот этого недостаточно будет? He touched the floor after he was thrown down the stairs. I should check for other places he touched. There's more chance of getting a full set of prints. Mm-hmm. Здесь. He touched that railing when he steadied himself. I should search for more prints. Что здесь? Stag left a handprint near the exit to the room. I should find more prints to reconstruct a full set. То есть это еще не все, да? Окей. Блин, ну мне обязательно надо так сильно вращать. Так, хорошо, я, видимо, что-то пропустил. Здесь еще. Так, здесь он сидит, ничего не касается. Stag will have left a handprint on the floor there. I know where Stag left his prints. Now I just have to scan those locations. Так, а где на... What's the deal here? Reconstructing a match using all these itty-bitty pieces? Вот здесь, да? Itty-bitty pieces, what do you think they're going to do to Barbara? Ой, отстань! Отстань, Джокер! I've got an index fingerprint here. Three locations left to scan. Три? А у него четыре. Ну, отлично. А как же пятый палец? Ты умеешь считать до... Четырёх, а? Two spots left to scan. Битмен! Что у тебя за техника такая, не может по одному отпечатку... Все отпечатки пальцев. Получить. Ну, бас! Люциус, чем ты там занимаешься, а? Клементину спасаешь, да? Педофил сраный. Там какие-то обезьяны орут. Самое то. Фак. Я сам как обезьяна только что был. И этот козёл тоже пристал. Так я так и хотел! Поставлю, что он встречался с Джокером. Гей. Обалдеть, у него все есть просто, все, что нужно, у Бэтмена есть. Disable the turrets on the other airship, but I can control the turrets on this ship. Че, мне даже пострелять не дадут? О-о-о.
That's the weapons dealt with. Scarecrow's next. Они не поняли, что у них оружие, да, исчезли дирижабли, такие, ну вроде как все нормально. Я не хотел сюда, игра, прости, жопа с ручкой. Ну сейчас ты будешь дверь открывать, да? Давай. Е, я теперь мистер Стэк. Regarding the identity of this so-called Arkham Knight. What have you found? Nothing, sir. None of the former Arkham City inmates who remain unaccounted for fit the Knight's profile. Widen the search. When Joker took over the asylum, dozens of inmates escaped. Focus on young men with military experience. Downloading the files now, sir. Давай, Альфред, работай! Ну и что, что тебе под 90 уже или 150 тысяч лет? А чё ты всё закрыто-то? Стало. Или я... Опять липиды? Чё-то у вас всё одинаковое, капец. Вы, короче говоря, всё, в общем, сами ясно. А здесь чё, нельзя в лифтик? Ну да, Бэтмен же не пользуется лифтом, чё это я? The militia's combat suits can temporarily carry an electric charge. I won't be able to hit them when they're in that state. Охереть. Такое мясо? Я еще не могу их побить. Ну хорошо. Погнали. Я понял, быстро бьет коготь. Ну, естественно, его, а не того, кого нужно. Не того, кого нужно, он когтем ударил. Ладно, надо было когтем затронуть его, и ушел бы тогда с него электрический импульс. I can ready another upgrade for the car if you'd like to take your pick. Так, что у нас есть? Один генератор и Эми. The localized EMP blast will disable nearby vehicles and incoming missiles, ideal for when you find yourself in a tight spot. An upgrade to your weapons generator will let you overcharge. Давайте это. I'm sure your weapons pack quite enough punch as it is, sir, but a little extra never hurt. Ты чё, меня осудил за мой выбор, что ли, а? Сейчас получишь по жопе, понял? Это не будет расизмом. Так, ну может реально прокачаться уже, а то... Воу, 16! По-моему, пора прокачиваться. Так, это я прокачал. Так. Пожалуй, это... Это тоже можно? Супер оглушение, перед которым не требуется трех атак с оглушением. Нажмите и удержите кнопку оглушения, чтобы выполнить прием. Не знаю, не знаю. Что-то как-то не знаю. Так. Давайте это прокачаем. И это прокачаем. Да я не могу найти четырех врагов здесь. Вот это бесполезно, я считаю. Это тоже, и это тем более. Не знаю, куда еще выше, и так хватает всего. Ну, короче, запихивали всего, чего только можно. Вооружение Бэтмобиля. Это мне не нужно, это тоже... Ничего мы сделать не можем. Выстрелим в башню, выстрелим в шасси. Ну, ради вот этих двух. Так, еще что? Вот есть. В
Вау, это интересно. С помощью улучшенного бэткогтя можно вести замешательство вооруженного противника, вырвав оружие прямо у него из рук на расстоянии. Может эффективно принять бою, используя прием... Так, как бы у меня есть... Ладно. Давайте. Пусть он будет. Так, куда нам идти-то? Чё, опять здесь загадки решать, нет? Где здесь дверь? Наверное, этих парней мог просто пролететь. А я что-то взял, им по жопе надавал. Упс, простите.